Где воды можно набрать, а? Ну вот это набрать, где можно? Да вон вода. А? Где барашка продаж? Володя, это писюлька какая-то, а не вода. Так мы весь день корячиться будем. Давай куклу сюда. Сейчас. Ну, сейчас мы вам устроим рай на земле. Отогнул? Давай. Дедуленька, жить хочешь? Давай за машину быстренько прячься. Так, товарищи, все за машину. Мужик, давай. Спокойно. К кузову! Давай, крути. Контакт есть? Комбат избил. Да не сдаю, Петя. Контртайм. Контртайм, все. Контртайм. Все. Алмата. Контртайм избил. Хулиган. Вадик, я тебя очень прошу. Пожалуйста, скажи хорошо. Дедушке будет очень приятно. Ну, пожалуйста, Вадик. Ладно, зердон солык клеим. Клеимся. Ну, Петя, не сдавай. Так и гену избил. Мама, а что такое кенгаус с эгеем?
Да ты что? Вадик, кто тебя этому научил? Один мальчик. Пожалуйста, больше никогда этого не говори. Знаешь, что он сказал? Красиво говоришь. Я бурван, а он не говорит, что он друг полезия. Саламат байлана. Салам аке. Батата, конфликт там из. Сэр Дон Саулик Клейн. Рахмат Айзамай. Акен Ауза Сигей. Сверите берег! Аки, сіздің келгені сонда жақсы болды. Біз сонда қуаныштымыз. Жасыңыз болса келді. Енді Вадиктің бірге боласыз. Немерелеріңізге жәрдем бересіз. Пенсияны осы жерден алатын боласыз. Ол өзі... Тамаға іш тапты бұр. Іш тап берем де бәді біле. Я! Аки, бірізденген жұмыс табылады. Соның кейін істейсіз. Іште іш тап берсін. Петь, папа спрашивает, не подыскал ли ты ему работу? Какую работу? Ну ты же обещал там что-то в конторе. Что ты найдешь там в конторе? Да с мочом ему работать надо. А ты не вмешивайся. Ну что, комбата, там получил свое? И молчи. Он же у тебя чабан. Не чабан, а мелиоратор. А, ну так он, между прочим, строитель Каракумского канала. Угу. Ну хорошо, будем строить канал. Петя. Панамский. Ну что-нибудь связанное с водой. Какой-нибудь там... Водопроводчик. Слесарь-сантехник? Интересно. Хорошо, подумаем, подумаем. Хорошо, подумаем. Слежда да свой дядь шпейли. Я, да. Слушай, теперь жадно. О чем он говорит? Папа говорит, оказывается, у вас тоже воды не хватает. Да. А я говорю, мы просто убираем от жажды. Угу. Что за беготня? Куда тебя, Чехия? И Димка Смирнов тоже. Пал Палыч. Посигнать. Петенька, здравствуйте, с приездом. Петр Николаевич, иди сюда. Петь, ты куда? Ну что, опять этот идиот летать хочет? Композитор, ну что делать, Петр Николаевич, милицию может вызвать, а? Ну? Я сказал, поставлю вопрос в исполкоме о вашем выселении из дома, а он опять... Не смей! Уйди! Уйди! Меня же просил отвязать труп. Да отвязал, Петр Николаевич, он опять его привязал. Я дежурную поставил, он всех обманул. Идиот. О, разлетался, айс проклятый! Чёрты мать, отобрать трос и крылья гулял! Привет, да ну его, чёрт! Вы что, жалеете его? Гляди! А вроде она была. Нижняя была, верхняя это труба. А вроде тут по штукатурке. Сейчас забросим вещи и пойдем смотреть. Пока, ребята, счастливо. Ну да, Деду Морозу, да пусть попробует не дать. Пойду за пивком схожу. А. Здравствуйте. Здравствуйте. Приезд. Жужжок, Кирилл, Маечка, помочь? Нет, нет, спасибо. Нам помочь? Вадик, проводи деда домой, только смотри. О! Здравствуйте. 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 Послушайте, я вас очень прошу, прекратите ругаться матом на лестнице. Вы что-то путаете. Вы постоянно ругаетесь отборным матом. Да путаете вы. Человек, у меня уши вянут, а у меня девочка. У нее ушки топориком. В общем, я вас предупредила. Прошу. Рахмат. Рахмат. Давай. Я сейчас. Граждан.
гражданин Шестопалов! Слышите, это я вам говорю! Вы когда прекратите издевательство над нами? Когда вы, в конце концов, прекратите дурацкие эти ваши полеты? Если вы хотите летать, так летайте в вон другом доме, а наш дом оставьте в покое! Я не желаю за вас садиться в тюрьму, вы поняли меня или нет? А если вам надо вдохновение, и вы вместе себя такой художник, так вы тогда... Вы что вообще? Идите на площадь к какому партии, там прыгайте себе сколько угодно. Это сейчас модно. А нас, простых людей, а куда вы? Остановитесь, я с вами разговариваю. И с кем, черт возьми? Ты чего, Пал Павлович? Насмотрелись это в кино. Ничего придумать не могут. Все летают, 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 и все, и больше ничего. Да уж гнилой весь, его ж сносить пора. Да? А ты новую построил? Ходят тут умники всякие. Да бог с ним с этой трещины, Петр Николаевич. Да она несущая. Вот она пошла, вон она. Так вот я и говорю, она туда сужается. Здесь она широкая, а там уже, уже кверху, уже, уже. Петр Николаевич. Да вот же она. Да это ж была. Была. Не, вот эта большая была, маленькая не помню. Была, не была. Она ж сквозная. Вряд ли. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Вызывали? Вызывала, вызывала. Проходите, пожалуйста. Ну вот и все, ты только вызвала, а мы уже тут как-то... Ну, а как же, ну, вот, вот начальник пришел. Ну вот нет, я сказал же. На кухню. На кухню. Здравствуйте. Ребятки, не туда, не туда, вот сюда. Канализация-то здесь? Вернитесь вот сюда. Сейчас. Тонечка, выйди на минутку. Да нет ее здесь, я же говорил, это... Этажом да быть. Посмотрите, какая грязь. Прямо невозможно жить. Что? Это безобразие. Это нехорошо. Да, безобразие. Это заявку подавали? Я говорю, заявку подавали? Когда подавали заявку? Вчера подавали заявку, значит, будет водопроводчик. Когда? Не уходите. Я жду и стою, никуда не ухожу. Будет водопроводчик. Через 10 минут, товарищ, будет водопроводчик. Обещайте, ничего не... Что ты плетешь? Завтрака не кормите. Что это за манера? Обещать? Нет у нас никакого водопроводчика. Надоело. Как это нет? А зачем заявки принимаете? Да что это такое? У нас и прачечной нет, и ванной плохая. Будет ванна. Вы посмотрите, до чего дожили. Надо решетки класть. Что это такое все засоряется? Безобразие, просто безобразие. Я кладу решетку, всегда кладу. Если бы клали, тогда бы не засоряли. Ты что, я вам вру, что ли? Не знаю, врете или нет, как кто-то засоряется. Ну, я не знаю. Ну, значит, другой кто-то. Ну, может быть. Сейчас будет хорошо. Пока мы не реализуем плантацию, в квартиру пустить никого не можем. Господи, как я устала от этой грязи. Как мне все надоело. Я не могу больше. Ой, кто к нам пришел? Мама, я Снегурочка. Какая Доченька, Снегурочка? Миленькая, ну зачем же ты надела? Ну, Любочка. Мне же работать в нем. А ты запачкаешь. Любочка, пойдем. С кем ты надела? Пойдем, поможешь папе. Какая у нас температура? 24 градуса. Правильно, потому что меньше нам нельзя, иначе цветочки погибнут. Так, погромче вальс цветов. Оп, это много. Так, идем сюда. Эти цветочки будем кормить? Нет.
А почему? Правильно, умница. А мы будем кормить те, которые большие, чтобы они помедленнее росли. Так, эти у нас хорошие, эти кормить не будем, эти у нас тоже ничего. Так, идем дальше. Эти будем кормить? Не надо. А вот эти? Никогда. А вот эти? Не будем. А вот эти не будем? Не будем. Рам-пам-пам-пай-ра-рам. Пам-пам. А так, а вот эти мы будем кормить обязательно, Любочка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, кормить здесь. Папа, папа, дай я дальше. Ведь я же разговариваю и ничего не слышу. Ну нельзя бедлам устраивать из дома. Черт тебе знает безобразие какое. Да-да-да-да-да. Василий Иванович, так давай уточним все-таки график встреч ветеранов. Да. Ну давай вот. 20-е, да. 116-е. Так у меня карта же на столе. А вот те, которые попозже, да, на 23-е. Правильно. Но хочется, чтобы все вместе были. Да, что такое? Дедушка, можно мы к тебе на подоконник поставим 2 ящика рассады? Скажи своему папе, чтобы он со своим огородом ко мне не лез. Я отделился от вас перегородкой и прошу оставить меня в покое. В ваших авантюрах я участвовать не желаю. Я боевой офицер. Стой, стой! Я рестарт брал. Да нет. Василий Иванович, это не... Не открывать! Я свои права. Да. Вот ползет. Прямо в квартиру. Кто там? Главный инженер. ЖУ. Что вам надо? Здравствуйте. 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 Можно войти? Куда? В квартиру. Зачем? Нужно посмотреть. А что вы хотите посмотреть? У вас текут батареи. Текут, ну и что? Ну... Надо ремонтировать, надо их или надо? Помолчи, Павел Павлович. А вы что, сейчас будете ремонтировать? Сейчас? Нет. Ну тогда зачем заходить? Тоже верно. До свидания. Вечно вы, Петр Николаевич, со своей интеллигентностью. Да ладно, Павел Павлович, не обижайся. Ну так же мы никуда не попадем. Ну... Знаешь, что давай сделаем? Сейчас для очистки совести зайдем к Петрищевой, она же тоже по этой стороне живет. Петрищевой? Ну и по домам. Пошли. Вы на прослушивание? Да, на прослушивание. Проходите, только тихо, ноги вытирайте. Вот она, смотри. Да, по потолку. В комнату она идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на прослушивании? Да. Садитесь, пожалуйста. Нет, мы ненадолго. Как вам угодно. Начинайте. Забылся, Петр Николаевич. Да. А вот этого не было. Вот, смотрите. Вот она проходит, смотрите. Вот идет как раз трещина, вот этот угол нужно сделать. Да, если бы этот угол только. Вот же. Видишь, стену рвет и все. Ну где же тут же? Там же как? Все видно. Если ты здесь сорвешь от этого, ты не видишь, что она вот. Ну вот вы и сорвите. Что ищете, граждане? Нам надо сорвать ваши обои. То есть, как это сорвать обои? Да надо укрепить стенку, она еле дышит. Да вы понимаете, что здесь жил Иван Федорович? Вы, понятно. Вы знаете, что он на этих обоих записывал стихи? Они клеились, когда их замонтировали, вы понимаете? Ну, мы наклеим вам новые. Все, и потолок сделаем, все будет. Да зачем же здесь новые обои, когда это память, понимаете, память? Но позвольте, кто ж отнимает у вас эту память? Знаем мы вашу память? Знаем, и все помним память вашу. Он же здесь спал. Ночью он вставал и записывал свои стихи прямо на обоях. Они же там сохранились. Ведь это же памятное потомство. Да как? Ну хорошо, спал. На этом месте написал. Ну что, мы теперь молиться будем на эти места ваши, где он лежал на этой кровати, ну? Друзья мои, не объясняйте. Для них ничего святого не существует. Манкурты! Послушайте, вы прекратите с этими манкуртами! Я вам дальше скажу, как вам еще разобраться! Да. Что это за сборище? Что вы тут слушаете? Вы еще разберете? Я вас по всему сюда!
я предупреждал вас! Не нужно было ходить один петрищевой! Я разберусь с вами еще! Разберусь! Любое злодеяние не останется безнаказанным! Петр Николаевич, осторожно, их убьет! Осторожно, отойдите! Отойдите, надо сбить! Мы сбиваем, она натекает. Сбиваем? Да. Куда сбиваем? Вниз! Она опять! Бухаем! А вы попробуйте туда залезть, бухая! Алло, Бахпар, алло, Бахпар! Ателеда Мухаммед Расулулла! Ателеда Мухаммед Расулулла! Ла илаха илля Аллах! Папа, смотри, дедушка на холодильник молится! Ассаламу аля аль-мурсалим! Мухаммед Расулулла! Аллаху бахит, Аллаху самат. Ассаламу аляль мурсалим, алхамдулиллаху. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул хуваллаху бахит, Аллаху самат. Ну что ты здесь стоишь? Нельзя. Пойдем, Вадик, не надо смотреть. Не мешай дедушке совершать намаз. А что такое намаз? Это молитва мусульман. Слушай, а почему он молится на холодильник? Потому что там Мекка. А что такое Мекка? Мекка. Это святейшее место у мусульман. Ну а как он определяет, что там Мекка? Как он это знает? Чувствует. А ты чувствуешь? Нет. И я не чувствую. Потому что вы безбожники. А я чувствую. Значит, мама, ты... веришь в этого? Да, верю, хватит об этом. И что же он с неверными за один стул не сядет? Нет, это для меня. У нас мужчины едят раздельно от женщин. Ну ты эти восточные штучки оставь для душманов. Ну, Петя, ну, пожалуйста, ну хотя бы сегодня, первый вечер. Ну, я хочу, чтобы он почувствовал себя как дома, ну. Кызым, тамагы чуга даярмын? Хазыр, хазыр. А кетерге шывмыз? Макул, макул. Вадик, отодвинь стул. Ай, баракелди, баракелди. Рахмат айланайым. Кана, отрула. Садитесь. Можно сесть. Садись, Вадим. Sit down. Амин. Аллаху акбар. А, руки помыть сейчас. Не надо, садись. Угайда труп барата. Садись. Все, все. Телевизор ищите, Иви? Казар. Но вы гарантируете безопасность мистера Бакли? Чтобы не было лишних вопросов, иди сюда. Но почему, если стоит появиться так... Катя! Иди, вон твоего Крылова по телевизору показывают. Итак, мы продолжаем наш сегодняшний разговор об актере. Вопрос режиссеру Сергею Борисовичу Крылову. Сергей Борисович, вот сейчас мы присутствовали при том, как вы назначили актерам лишнюю репетицию пятичасовую. Почему? Но ведь сегодня... не лишнюю, у нас мы все время так работаем. Но ведь она не была запланирована, а сегодня у них спектакль вечером. Ну и что? А что артисты еще должны делать, кроме как репетировать? Это их основная работа, по-моему. И другого они вообще ничего не могут делать и не должны. Ну, а хорошо, у них люди, они же люди, у них есть какие-нибудь проблемы, так сказать, дети, семьи. Это не должно касаться театра. И семьи, вообще мы о семьях вообще тут не говорим. Мы, в общем, обращаем внимание на семейное Крылов? Положение ага. человека, на количество детей и так далее. Потому что... Как он за мной ухаживал в институте? А теперь даже не здоровается. Естественно. Равного, даже не меньшего. Если человек вкладывается в семью, он не может отдавать свои силы театру. И если вы вспомните, у выдающихся артистов, как всегда, семья не складывалась. Нельзя разделять любовь. Ну, простите, неужели вам нужны ущербные люди в коллективе? Почему ущербные? Они артисты. Артист – это состояние души, я думаю так. Если вообще душа есть, потому что, как вы, если вы помните, в средние века артисты считались людьми без души и хоронили рядом с кладбищем. И как это не было, так сказать, связано с суеверием, но какая-то доля истины здесь была. Какая мерзкая рожа. Вы чем-то похожи, между прочим. Да? Не нахожу. Он должен быть подчинен полностью. Если человек хочет похудеть, он должен закончить свою жизнь на грани голодной смерти. Если они хотят быть артистами, они должны закончить жизнь тоже на грани, так сказать... Папа, пойдем кормить цветочки. Иди, покорми, я приду. Это единственный способ, единственная возможность. Да он просто фашист. А у вас все фашисты.
Вот, между прочим, человек создал театр и известен на всю страну. И в квартире своей, наверное, огород не устраивает. Слушайте, Иван Гаврилович, я 100 раз слышал все эти ваши слова и знаю, что вы скажете. Вместо того, чтобы заниматься своей ветеранской демагогией, вы бы лучше себе помогли. У вас дочь, внучка растет, а вы здесь как куркуль, сидите тут на пустом месте. Что вы больше не занимаете? Да. Я ветеризмом не занимаюсь. Я спекулянтов никогда не поддерживаю. Кто спекулянт? Я спекулянт. Да прекратите орать, дайте послушать, в конце концов. Пожалуйста, скажите, вы знаете, что ваш театр иногда называют камерным? В каком смысле? Ну, вероятно, от слова камера, в смысле тюремного режима работы. Я могу догадываться только, кто может называть так театр. И смело могу сказать, что это бездельники и люди, в общем, ограниченные одаренностью. Спасибо. Спасибо большое. Было очень интересно. Я думаю, что, надеюсь, что зрителям было интересно услышать такую, так сказать, крайне полемичную позицию режиссера. Надеюсь, что, так сказать, наш сегодняшний разговор дополнит то, так сказать, многоголосие мнений, которое прозвучало в театральной дискуссии. До свидания. О, советский секс. А что это такое? Вот смотри, сейчас увидишь. Комплекс эротической гимнастики. Как обычно, начинаем с разминки. Вы готовы? Майя! Тох-то отстегни! Во время разминки вы можете импровизировать. А что, Акей не любит ритмическую гимнастику? Нет, папа не может смотреть на раздетых женщин. Ваш кодяна, братья! Авташтаган, авташтаган, и авташта. Ха. Баска, программа «Жок». Ты перечисли сразу, чего он не любит, чтобы мы потом не удивлялись. Менга, чанечка, турам. Папа спрашивает, когда он может начать работать. Завтра. Ну, я серьезно. Серьезно? Завтра рано. Да? Да. Чем раньше, тем лучше. Окей, я тинжму с полот. А, рахмат. Добро на печь, кызым. Мумкин ертен. Апкадегенейн апкадейсин бе. Ну, атас. Сейчас нам будет дан концерт. Художественной самодеятельности. Да, брат. Началась новая жизнь. Қаласам ғана бір сөзіме тыңдарсын, қалқым бір ғана бір сенің жер қадым. Алты жүнем мен өзім бүгін елгілсін де бұрдармын. Осторожно, вода. Қапырайымын ауы мұшықтарды қара. Әй! Әй! Қапырайымын шықтың көптің оңыр әтші. Аке, жүріңіз тезірек. Емді өз көттайдан әлі. Вот эту трубу трогать нельзя, она к нему не имеет никакого отношения. Скажи. Емді өз көттайдан әлі. Аке, мынаны қолыңызбен тезеңіз. Жәрі? Жәрі? Бұған не емді өз көттайдан әлі. Угу. Вот, а? Ваша а хозяйка, это главный распределитель, вот. Мне... Очаг.
Значит, вот. Это двень. Отсюда горячая вода поступает в наш дом и соседей. Но это не важно. Самое главное, что это все очень, очень старое все и может дать течь. Да, ваша задача приходить сюда два раза. А то лучше три раза. Да. И смотреть, если что-то случится, то сразу же нужно искать меня. Да, меня. Только меня, и все. Ни в коем случае ничего ремонтировать нельзя, ничего. Да, все, беги. Беги, я зайду с ним в контору, оформлю и отведу домой. Угу. Обедать придешь? Не знаю, как получится. Ну, я надеюсь, Вадик разогреет и накормит деда. Эй! Не надо! Что вы, противовес, куда? Нельзя. А по-моему, мы... Меня все стоит не дедом. А по-моему, Капа-волба, мен жақсы істеймін дедім ғой. Ең жақсы істеймін. Бұға түсіндіріп қойшайды ғай. Что он сказал? Он сказал, что будет хорошо работать. Вот этого-то как раз и не надо. Доброе утро. Здравствуйте. Вот и мы. А, это Маечкин папа, да? Да. Клара, скажите на временную водопроводчиком. Здравствуйте. Сразу так, да, с дороги. Он такой человек. Ага. Ой. Осторожно. Добрались как? Доехали? Глухой, да? Нет, по-русски не понимаю. Ладно. Знакомьтесь, вот это наш Свет, новый водопроводчик. Сюда. Здравствуйте. Саты Балды Кербабаев. Кербабаевич. Вот, строитель Каракумского канала. Здравствуйте. Он бывший мелиоратор. Что я вам еще могу сказать? Тохта Шкрепта. Блины дышим дожи. Корбейсинга, блин меня. Что ты хочешь, Аки, а? Вода. Хватит меня! Маляры поджимают! Все, хватит базар! Петр Николаевич, пойдем домой. Как твоёная вся его? Идите с Богом, счастливо. Отдыхайте. До свидания все! До свидания! Здравствуйте, я насчет электрика. В конце концов, сколько можно? Петру Николаевичу, что а я в декрете с завтрашнего дня. Петр Николаевич, в конце концов, сколько можно сидеть? Все, понятно. Я... Ваня. Электрика Ваня. В детский сад. Зайди в детский. Вы понимаете, до розеток невозможно дотронуться. Мы торкаем в них, а они искрят. Торкаем. Потому что торкаете. А если тебя в лоб торкнут, тоже заискрит. Ваня, не выступай, Ваня. Торк. Иди, делай. Торк. Делать же надо. Руками делать вот надо. Вот ты и покажи, как ты делаешь руками. Все, Александр Иванович, ну как же тебе не стыдно? Ну. Что ж ты не ставишь вентиляционные решетки? Не я так же и буду ставить. Александр Иванович, ну у тебя через год весь паркет поведет. Так, ну я ведь дома. Раиса Петровна, ну идите. Я не закрою вам наряд, если не сделаете работу. Да закрой! Так. Александр Иванович, девочки, все. Там, все разговоры, вопросов нет, все, пошли. Ну что, Павел Павлович? Крышу разорвало. Как разорвало? Что ты говоришь? Трещина. Стена отошла. Опора. Сильно? Ну, не то чтобы... Ты все говорил, уже. Ну, это она же уже-то пониже. А на другом этаже... Выше. Век учись. Аке, домой. Пойдем. Что тут прачечную устроила? Не могла дом, что ли, постирать? А ты воду горячую мне дал? Эй! Блин, надо гайчандок! Фу! Эй, вода! Что, надрехнулся, что ли? Перемена климата? Струя беспокоит. Слушай, ну что ты кричишь, ну? Ну что ты кричишь? Ну вода. Да она вода тут уже 3 месяца течет, и ничего не происходит. Ну, все нормально, ты нас отрываешь от работы, ну. Что? Если учат мандан. Ну? Бильдинге? Да. Так кто ты шкалек? 3 месяца эта вода течет, никому не мешает, а ты нас от дела отрываешь, ну? Понимаешь? Ты ему объясняешь, он же тебя не понимает. Там наша вода, трупа! Это не наша вода! Ты понимаешь, не наша! Чучум, да я там тебе не ходил! Йог наша, ты понимаешь? Чогонес! Ничего не понимаешь, да пошел ты какой-то матери! Ногара! Эй! Кто? Кто день?
Сені қарап тұрғын, сені қарап тұрғын. Елге, елге су жетпей жатса, сен суыны таштап қойып, кетіп жатасың. Павел Павлович, что это? А это тут распустилось, сейчас я подключу. Да куда же тут упасть можно? Я написал, перил не прислоняться, так что никто не упадет. Здесь не писать нужно, что ты вертишь, здесь же варить надо. Хорошо, хорошо, завтра заварим, я уже и заявку приготовлю. Она же сейчас рухнет. Не рухнет часто прямо, постоит немного еще. Надо же что-то делать. Нет, мне ничего, нечем делать. Ни стропил, ни железа, ничего. Вы же знаете, Петр Николаевич. Осторожно, осторожно! Подожди, подожди. Стоит. Если снега не будет, конечно. А если будет? Астмапент. Что вам? Астмапент. Нужен рецепт. Есть, пожалуйста, корвалол и пустырь. Только по два флакона. Почему два? Ой, только не почему дышите! Почему два? Отойди, отойди, не мешайте работать. Не толкайся! Все, все. Разорался тут, понимаешь? Один, пожалуйста. Что хотят, то и делают. Я сам. Надо проверить. Можно умереть человеку. Петр Николаевич, выручайте. Выручайте, а то так сердце прихватило из-за этих сволочей. Возьмите корвалол, вот рецепт, вот деньги. 15 корвалол, 20 пустырников. Почему так много? Я не один. Извините, извините. Как? Петр Николаевич, ну как же так? Надо же много... Да не знаю я ничего. Может, вы не поняли? Ну, Петр Николаевич, от вас я этого не ожидал. Ну как же... Ну как? Ну чего? Всего два пузыря. Крепло! Отдай мне полу, лопать, гадина! Мне же ты... Уводи, я тебя никогда не забуду! Вы из ядких и неизвлекающих породы русских интеллигентов... Смотри! Видишь? Нет, ты видишь, что делается, да? Ага, вот так. Заходи на борщичок. Да какой там борщичок? Значит так, я побежал в треск. Они все на овощной базе. Да я знаю, что они на овощной базе. Ты вот что сделай. Ты возьми людей и давай на чердак. И сделай подпорки, из чего хочешь. Сделай, я прошу тебя. Все, понял? Петр Николаевич, может, найдешь, а? Ага, сейчас, самое время, во-во. И сегодня, когда исполнилось 100 лет со дня рождения отца моего, я хочу всем сердцем благодарить вас, друзья мои, за то, что вы почтили память этого выдающегося поэта, фольклориста и замечательной души человека. Идите, Зубка. Давай. Нам и стропил. Железа у вас нет. А? Железа у вас нет. А стропила? И стропил тоже нет. Ведь нет железа. Фанера есть. Фанера? Какая? Тройка. А десятка? Десятки нет. Фанера есть.
Фанеры есть. Фанеры нам не надо, полтина. Фанеры тебе не надо, железа нету. А вот лук убери сколько хочешь. Не, правда? Да. Павел Сергеевич, ну ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Скажите мне, почему у нас так получается? Такая огромная страна, а ни хрена нету. Потому и нету, что огромная. Вот взять Голландию. Маленькая страна, а все есть. Потому что маленькая, а у нас широта, простор. Вот именно. Много воды, лицом полей. Я другой, такой страны не знаю. А, Б, В, Г, Т, А, Б, выгоды, 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 вать вы рады. Мы любим природу, но любовь эта хрупка. Послушайте-ка, хруп, хруп, а-а-а! Ее ось хрупка! Эй, гердыштар! Айдан айындар! Мынавы жерде суу тамағы кетіп жатыр. Ал суыны тоқтатуға жардам бергіле. Болмаса, асылмаға сілерге елдің барды керек. Ана, гердыштар, жүргіле, жардам бергіле. Ана, меніменен жүргіле. Что делаешь? Кто это? Лагутинский тесть. Специально народ водит, Саша. Давай, Андрюша. Она, эй, бери дергля. На луну горовай, Тимарба. Луну топ, тот луга. Я достал. Хардам дергля, дергля. Хардам дергля. Луну, бери дергля. Дергля. Я. Смотри, как на крыше! Все в порядке? У меня там бригада работает! Молодец! Это что, вот эту железо принесли? Да, это! Да, другого нет! Это же машина чердак! Что еще сделаешь-то? Да все в дело пойдет! Их ножик опоры, железо зашьем! Вон наша мама пришла, молочка принесла. Да ты что? Держи! Ну что, родной, а? Гвардия, устал небось, да? Естественно. Дождался. Сейчас. Ох, как пахнет. Что же они так и будут у тебя стоять, да? А что такого? Им не все ноги стоять, что ли? Меня за чачу кто угодно тут будет стоять. Ну, ты не проливай, родной, ты смотри, это 76 градусов. Дай. Что? Дай закусить. Но это-то не выход. Почему? Они же не могут так вечно стоять. Петр Николаевич, не выход. Почему это не выход? Почему? Это пока мы делаем подпорки, ребята поддержат. Ребята, поддержите? А круг налево. А я что делаю? Стакан. Стакан? Да. День еще длинный. Да. Эй, Петра! Витя! Толпы ко мне сюда! Витя! Давай! Витя! Да, на чердак! Что? Отец требует, чтобы накрыли воду! Так, ты объясни ему! Эта труба идет из нашего дома, и чтобы остановить воду, нужно перекрыть главный вентиль в нашем подвале! Но это-то невозможно! Объясни! Объясни ему! И не надо больше его выпускать на улицу! Выйди его, пусть сидит дома и все! Танковую бригаду надо задержать! У меня нет обеспечения. Да, 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 да. Папа, на градуснике только 17 градусов. Договорились, давай на 20. Почему же случилось? Да. Почему у нас всего 17 градусов? Да. Что? Я спрашиваю, почему так холодно? Оставьте меня с вашими проблемами. Я не нанимался следить за вашей температурой. Катя! Катерина! Вот Катенька, давай. Почему у нас такой колотун? Давай, давай. А я откуда знаю? Да, 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 да. Тут она все в порядке. Да. Так. Отключили отопление. Черт возьми, Салты, Саты, Калты. Как его звать-то? Саты, Балты, Кирбабаевич.
За три балды! Товарищ Кирпомаев! Открываю тебе, говорю! Иначе вызову милицию, черт возьми! Да вы только не милицию! Да это я так только для страски, но если вы не уговорите его, я вызову милицию. Давайте говорите! Отда! Отда! Никита, если ты же умал, то не... Если так пойман, ну? Ну что, он что? Он говорит, что он отключил воду! Знаю! Зачем он это сделал, идиот? Окей, черт, он побрал! Мы наехали сюда! Что? Он говорит, что пока не отремонтируете трубу во дворе, он не включит. Какую трубу? Ну, трубу, из которой вода бьет. Вот это что, там фонтанчик это бьет? Он что, вообще не нормальный, что ли? Из-за этого отключил воду во всем жилом управлении. Скажите ему, что уже сделали, отремонтировали эту трубу. Ола, труба на жжет-деде! Жжет-деде, харамайсерба! А я жжет! Ну что? Ему все видно в окно. Ах ты, зараза! Где ты под суд нам послать, проклятый? Бесполезно! Если отец что задумал, то это же все. А я, между прочим, ничего хорошего не ждал от вашего папеньки. О, слышите, поет? Это он издевается над нами. Эти с работы снимут. За это? С работы не снимут. Без лифта прожили... Проживем без отопления. О, а вот это уже серьезный разговор. Папа, что будет, а? Ничего не будет. Папа уж выползет к вечеру, без харчей. Что касается жильцов, что ж, я попробую. Сам как ты говоришь. Товарищи, товарищи, ну что вы накидаетесь-то все? Да я вам все объясню. Ну, я понимаю. Да, товарищ, минуточку. Я пойду в исполком. Нет, не надо меня пугать. Почему нет воды? Почему? Почему нет воды? Это дело серьезно. Послушайте! Нельзя же так, вы люди, человеки, кто такие, я не понимаю. Вас много, я один не могу всем сразу отвечать. Тихо. Вода отключена целью временно. Какой? А почему не предупредили? Товарищи, товарищи, послушайте меня. Да, да, это мы виноваты. Ну, виноваты, кайф. Сейчас художники пишут объявление, я сейчас пойду лично проверю. С какого часа? Что? Я хочу что знать точно, когда будет вода. Не постираешь. А я вот хочу знать точно, когда вот вы по-человечески будете себя вести. Понимаете? Почему вы не пускаете работников в жилконтору, вообще в свою квартиру? Мы даже не знаем вообще, сколько у вас света нагорело. Проверить, как счетчик. При чем это? Так, граждане, тихо, 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 тихо. Не надо, тихо. Не надо его защищать. Что вы меня дергаете? Без рук, товарищ. Товарищ. Ну что? Я вас умоляю. Скажите точно, когда будет вода? Через 5 минут, через 10? Может, временно включить, а? Вы можете вообще не заниматься демагогией? Вам с высшим образованием. Ну только я сказал всем, что будет написано объявление. Я что, вы себе объяснился? Что объявление будет написано красиво, красочно, когда, по какой час, по какой день. Я все сказал товарищам. Может быть, на час раньше даже, товарищ. Почему молчат от телевизора? Алло. На меня давит со всех. Положи трубку. У меня ответов никаких нет. Иван Гаврилович, положи трубку, мне нужно срочно позвонить. Алло, фирма «Лето». Виктор Павлович, здравствуйте. Это Рунев, ваш подрядчик. Да-да, на 1500 тюльпанов, точно. Поймите, за вами стоит микрорайон 50 тысяч. Если будете греться у своих батарей эгоистическим путем, а там парк сорвется, вы родили. Ты где со знаной ваша? Я уже полтора часа везу, как дура. Да я не только ругаться, бить вас буду, чертей. Я вот скажу, Николай Петрович, товарищ, я не буду несчастный. Товарищи! Я что, девочка? Алло, товарищи, я вам говорю, куда вы уходите? Алло, товарищи, вы что говорите, куда вы уходите? Что за дела? Не могу, я все наверху, наверху, так кто? Так иди, тебя там ждут. Кто ждет? Нас сменили. Ну что, Палыч, наливай? Ну что же мне делать? Может, это их у вас пристроить, а? Ну хорошо, ну а выход какой? Спасибо за совет. Спасибо. Что? Нам советуют купить электроприборы. А мы будем продавать сами. Так, звони, отказывайся от концертов.
от елок. Я не могу, Слава. Я не могу. Можешь. Давай. Стоп, развернулся. Развернулся. И раз. И раз. И раз. И раз. И раз. Ну что? Бесполезно. Этот дом скорее рухнет, чем эта проклятая дверь. Ну чё, шеф, может, мы отойдем? Нет! Ну чё, через окно, что ли, хотите? Тут автоген нужен. Петр Николаевич, может, мы пиво пойдем? Ну что, перестал! Ну что там, начальство в курсе? Прислали за вами. Да? Увольнять хотят. Чего? Увольнять хотят. Приказ видели. Ну, правильно, так оно и лучше. Ты поэтому нацепил галстук, думаешь, красивый? Молодец. Тебя уволят из галстука. Я могу закрыться. Но я думаю, что с галстуком труднее будет уволить. Жалко, жалко. Дом без крыши останется, трубы замерзнут. Вот он, сады балды! Открой, Оке! Оке, открой! Я тебя умоляю! Будь человеком! Посмотри, проклятый кирпомарный шарфы! Ты узнаешь у меня Пушкину мать! Грязь был Путин! Откройте! Дети! 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 Вот виновники. Здрасте. Здравствуйте. 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 Проходите, проходите. А вы продолжайте. А? Продолжайте, продолжайте. Костец Семенович, ей-богу, такого не было. Вот за всю историю. Людям, людям. Вот. Сегодня утром, значит, на нашем участке произошло чрезвычайное происшествие. Ну, ЧП вот... Я говорю, людям. ЧП, товарищи, которого не бывало вот за многие годы существования нашего ЖУ. Даже в горле пересохло, вот. Я думаю, пусть сами виновники расскажут о случившемся. Встаньте, встаньте. Встаньте уже, хватит. Да, мы виновники. Мы виновники, действительно виновники этого радостного, я бы сказал, события. Я бы даже сказал, что побольше бы и почаще бы таких было бы ЧП. Ведь посмотрите, товарищи, что такое экономия? Это же дело рук каждого из нас, дорогие товарищи. Вот, пожалуйста, пример. По инициативе бывшего мелиоратора, строителя знаменитого Каракумского канала, товарища Кирбабаева, Сатыбалды Кирбабаевича, в доме номер 17 по улице Березовой производится экономический эксперимент. Жильцы дома единодушно откликнулись на призывы к перестройке и добровольно отказались от пользования горячей водой. Ограниченный, конечно, контингент времени. И вот результаты. По самым приблизительным подсчетам уже сэкономлено 2000 кубометров горячей воды. 2000, и это еще не предел. Должен вам, товарищи, доложить, что в настоящее время эксперимент успешно продолжается. Думаю, что подобные начинания не останутся без внимания общественности. Ну, как я? Ширинку застегни. Так, ну да. Что же вы, товарищи, нас своевременно не поставили о вашем значении в известность? А, мы своими силами хотели ставить. Знаем ваши силы. Что это у вас происходит? Ну что это? Ни стеной газеты, ни наглядной агитации. А это кто лежит? Сарай какой-то, а не красный уголок.
Нельзя так работать, товарищи, нельзя. А это что за бардак? Это что? Почему? Ну почему? Приедут товарищи из горисполкома. Какую конкретность им покажете? Ну какую? Почему этот ваш зачинщик, как его? Товарищ Кирбабаев. Кирбабаев. Товарищ Кирбабаев до сих пор не повешен. Как не повешен? Где вообще у вас доска почета? А это что? Техника безопасности. Это у нас шурпается, паразит. Техника безопасности. А где графики? Какие графики? Вот и подумайте, какие. Это же интересно. Да. Перестраиваться надо, Львов Андреевна, а вы не хотите? Я хочу. Вот и перестраиваться. Хорошо. Платок, сверху капюшон, и тебя никто не узнает. Прекрасно. Да не пойду я никуда, я актриса, а не баба какая-нибудь базар. Ну и что? Какая тебе разница? Ты же без работы. Да мне стыдно, понимаешь? Понимаю. Играла в Снегурочку, сыграешь торговку. Ты же обещал старушку какую-то. Где старуху не возьму? Все, я иду в горы с полком. Хватит терпеть это безобразие. У меня даже ручка замерзла. Последний записан на 15 мая. У нас по предварительной записи. Да, но мне срочно нужно. Я ветеран войны. Вообще у всех срочно. Ну уж посидите, может, он вас примет. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Михайлович. А это все ко мне? Да, к вам. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. 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 О, какой посетитель. Здравствуйте. 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 Ну что ж, пожалуйста, приглашайте. Иван Ильич, пожалуйста. Я думаю, что он вас примет. Посидите, пожалуйста. Тебя только за смертью посылать! Не ссы пузырь, сейчас будет все! Спокуха! Ты зачем три раза обсыхнул? Хлебши ж будет, на! Ты сам жри! Кокетка! Зачем ты? Какая тут перестройка? А что, мы экспериментируем. Люди экспериментируют. Сейчас убьешь? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Понятно? А мы делаем. А мы все болтаем. Пускай нас поправят, если не прав. Мы пытаемся экономить горячую воду. Что ж тут?
нельзя! Стой! Что ты делаешь, гадина? Начальник чачу принес? Нет у меня чачи. Ну тогда я пошел. Держать! Держать! Стой, товарищ, иди сюда! Стой! Я тебя прошу! Тихо! Зови сюда техника Митрофанова! Давай! Толстого такого! Я прошу тебя! Ребята! Держать! А вот эти вот решеточки нельзя убрать никак? Нет. А что это, лицо испуганное? Решетки? Нас могут неправильно понять. А если написать, что с ним мы сделаем на рабочем месте? Вот, вот правильно, это выход, да. Хорошо, на рабочем месте, это не забудьте. Только на себя, вообще, молодец, на свои личные нужды. Сегодня курите, чтобы... подход, товарищи, недопустим. Как на местах, так и в целом. Ученые открыли, что стоит. Так, где здесь начальство? Тише, спокойно сидеть, нам как раз на собрание надо. Проходите, бабоньки. Давайте, давайте быстрее. Для отопления квартиры в течение двух часов. Такая струйка воды – недопустимая роскошь, товарищи. Скажу больше – вредительство. Я уверен, товарищи, что предложение снизить градус, выдвинутое ударником труда, заслуженным строителем Каракумского канала, потомственным мелиоратором, водопроводчиком Кир Бабаевым и единодушно одобренное жильцами дома номер 17... Видел, козел, как умные-то люди в нас умеют устраиваться? ...которые согласились временно отказаться от пользования... Ты не тише, не телишься. Водой, тише, ...не будет понято всеми. Многие не захотят перестраиваться. Но с этими товарищами у нас будет разговор особый, и я не побоюсь этого слова, короткий разговор. Спасибо, товарищи. У меня есть предложение. Учитывая все вышеизложенное, я хочу внести предложение. Поднимитесь, поднимитесь. Люди должны видеть. О необходимости всемерной поддержки передового опыта нашего ЖУ
и внедрение творческой инициативы жильцов дома номер 17 в другие дома района. Кто за это предложение, прошу голосовать. А на задах там, на задах. Бред какой-то. Не будем. Чего это мы должны голосовать? Не будем голосовать. Глупость. Товарищ, а почему так робко? Экономия – это дело наших рук. Извините, если мы сами не протянем руки, то... Что за вас это не делать, правда? Голосуйте, голосуйте. Давайте, 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 поднимайте. Поднимайте, поднимайте. Замечательно, все. Дорогие товарищи, вот сюда, на улицу Березовская, наш телекурьер приехал по очень необычному вызову. Я бы сказала, даже странному вызову. Дело в том, что здесь жильцы этого дома проводят необычный эксперимент. Но в чем суть эксперимента, расскажу вам не я, а представьте, пожалуйста. Это не важно. Я, к сожалению, не готов к выступлению. Дело в том, что я так же, как и вы, только сейчас, вот сегодня узнал об этом, как вы выразились, о странном эксперименте. Скажите, пожалуйста, тогда несколько слов. В чем суть этого эксперимента? Суть заключается в том, что этот почин полностью идет снизу, так сказать, от трудящихся. Уважаемый человек с Алты-Балды, ну, это не важно, предложил экономить горячую воду. Хорошо это? Не знаю. Плохо? Не уверен. Надо разобраться. Ты знаешь, что ему квартиру дадут? Кому? Татар-монголу. Чего? Без года недели уже квартира. Я в этой конторе уже 10 лет барабаню. Ты можешь 20 барабанить. Потому что идиот. Как же собираются жить в этих сложных, экспериментальных условиях в эту суровую зиму жители этого дома? Ну вот, спросим, ну вот давайте хотя бы у вас, бабуленька, сколько вам лет? Ой, дочка, лет мало еще, только 9-й десяток разменяла. Ну, я смотрю, вы не без чувства юмора. Бабуленька, а тогда скажите, как же вы к эксперименту относитесь? Как вы собираетесь жить? В вашем эксперименте я не разбираюсь. А вот почему печки разрушили, я сейчас была бы печка, затопила, как хорошо, тепленько. И никакого эксперимента вашего не надо. Хотя бы нагреватели в продаже были, но... Что, нет, 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 вчера весь город обесил, нигде нет. Спасибо, спасибо, только это не о том. Пожалуйста, за мной. Что вам нужно от меня? Лучше помогли бы! Здравствуйте. Товарищи, товарищи, помогите нам, у нас крыша валится, 10 человек, только одни мужчины. Помогите! Здравствуйте. Здравствуйте. Где Любовь Андреевна? Она в роддоме, неожиданно схватки через преждевременную роду, но мы все... Подождите, подождите! Что такое преждевременно? При чем тут? Я спрашиваю, что у вас здесь происходит? У нас крыша валится, понимаете? Надо помочь. 10 человек, я прошу, поэтому крыша валится. Кто отвечает за все это хозяйство? Лагутин отвечает. Лагутин, ну, очень хорошо. Но Петр Николаевич на своих плечах держит эту крышу. Там лично своим плечами. Петр Николаевич, это кто? Главный инженер. Главный инженер. Нам железа не хватает. Нам сейчас 10 человек нужно. 5 минут буквально из тропила. Простите, и все будет в порядке. Простите. Главный инженер крышу... Да, пойду помочь надо. Лично? Да. Вот это прекрасно. Так как же? Девушка с телевизора. Встреча, я думаю, точку в этом коротком репортаже должны поставить именно вы. Я думаю, что это начинание... О, это наш дом. Знаете, ведь это же наш дом. Я же по этому поводу и пришел сюда. У нас отключили горячую воду. Время откровенно назвать фамилии и сказать, по чьей вине происходят следующие дела. Например, вот по вине Лагутина давным-давно крыша дома находится в аварийном состоянии. В то время как сейчас главный инженер участка Петр Николаевич лично поддерживает эту крышу, чтобы лично? Люди... Да, лично, понимаете? Именно лично поддерживает крышу, чтобы люди жили, как и до этого. Но у меня еще один возникает особо важный вопрос. По чьей вине? Почему на этот экспериментальный дом были отпущены люди, материалы? Нет, ни людей сейчас, ни материалов. А лично Петр Николаевич поддерживает крышу. Так это у них эксперимент. А я пришел на них жаловаться. Бывает. Могло бы так нехорошо получиться. Поехали сходу. Быстро. Боюсь, что мне здесь и делать-то нечем. Добрый день. Целиком. Зачем зря беспокоить Игоря Михайловича? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, что произошло у вас?
Задержана гражданка Рунева Екатерина Александровна за продажу цветов в неположенном месте. В каком это неположенном? Она продавала цветы на станции метро. Какого черта я понесла в метро? Мама замерзла. Возьмите, не можете вызвать врача? Разрешите позвонить. Пожалуйста. По 3 рубля. Ну-ка, 3 рубля умножьте сколько это? 1238, это будет... Значит, 3000... Нет, Иван Гаврилович! Это ваших рук дело! Потому что вы... А иди ты! Да вы же миллионер у нас! Ну, товарищи, ну кто же вам поверит, что 1200, или сколько там, даже больше, 1238 цветов было выращено в однокомнатной квартире. Товарищи, ну вы понимаете, что это? И где же вы выращиваете там 1000 с лишним цветов? Здесь же. В квартире? Ну, уважаемый, вы меня извините. В однокомнатной так, квартире живут четверо Одевайте. Людей и выращивают 1000 с лишним цветов. А сам поеду за мамой. Я думаю, вы знаете, пора, наверное, называть вещи своими именами. А мы живем вот такая наша жизнь. И сил нет больше так жить. Господи, мы мучаемся, не живем. Просто мучаемся. Все, и я, и муж, и Любочка, и папа. Все сил наших больше не стали жить. Нам квартира нужна, понимаете, квартира. Господи, и только и больше ничего, на что здесь такого. А денег нет, ну где взять деньги? Мы и так уже по уши в долгах. Мы же не воруем. А взнос 4000. Ну что нам делать? Скажите, что? Мы же живые люди. Мы хотим жить по-человечески, а мне уже 35 лет. А жить, когда я вас спрашиваю, когда жить? Господи, я же женщина. А женщина делала бы мою лучше. Я хочу уютный дом, я хочу нормальную семью. Дорогая, ну я вас прошу успокойтесь. Я думаю, наши телезрители уже просто рыдают. Уже все женщины, наверное, вам сочувствуют. Любушка, ты не смотри на меня, это у меня такая маска. Маша, встречай гостя! Так, Любочка, скажи мне, кто тебе купил такой симпатичный комбинезончик? Папа, понятно. Есть папы на белом свете, которые думают о детях. А есть папы, нате вам морковки, которые ни хрена не думают, которые не знают, что у детей нет теплых колготок. Что ты здесь сидишь, что ты уставился? Что ты смотришь? Ты можешь тут 2 года просидеть? Ты можешь все штаны себе просидеть? Но тут от тебя не будет никакого. Ты себя там не увидишь, потому что идиот, понимаешь? И не надо на меня смотреть. Ты идиот, я тут ни при чем, понимаешь? Потому что настоящие мужики заботятся о семье. Вот Петька Лагутин, дурак дураком, о семье заботится. Если вызвал из Средней Азии, вызвал, сделал его водопроводчиком и никаким-то вшивым электриком. Научил его краны закручивать, тот закручивает. Ну и теперь он передовик, и про него говорят. А Петя сам? Петя крышу держит. И тоже передовик, между прочим. И про него по телевизору тоже показывают. И вот, между прочим, они квартиру получат. Мы с тобой будем в живопырке сидеть, в живопырке в этой строгане. Всю жизнь, коммунальной, до 2000 года. А может и дольше, сколько доживем. Ну что? Что ты сидишь? Ну что ты тут сидишь? Ну что ты тут делаешь? Почему ты не на крыше? Почему не с Петей? Оглох? Ты что молчишь? Ты можешь что-нибудь? Ничего ты не можешь. Это точно. О, веселятся. Свадьба. Счастливые люди. Кто веселится, кто квартиру получает. А я с тобой, дураком, мучаюсь. Всю жизнь с идиотом мучаюсь. А мамочка мне говорила. Катечка, детка моя, ты лучше посмотри как следует. За кого ты пошла, понимаешь? За идиота, Даня. За идиота. Нельзя же, что ты молчишь? Что ты всю жизнь молчишь? Все время молчишь целыми днями. Я за сна сама с тобой разговариваю. Все время рта не закрываю, а ты молчишь. Ну что ты? Ешь твой бас, блядь, молчишь-то все время. Oh!
Охренел? Иди ты. Ты что? Идиот! Они же вымерли! А что, электричество люди? Экономить не надо? Ты идиот! Ладно, идиот! Хватит! Кретин! Ты представляешь, вот дома песточек! Включай свет, Катя! Ты что, думал, включай свет сами? Сейчас же! Включай все! Давай не заплывай! Пойдем, сейчас ты меня телевизор будешь включать! Лисайте его зажимать! Идиот! Кретин! Кретин! Я тебе премию выпишу! Ваня, включи! Но дом же вымерзнет, Ваня! Да пусть вымерзнет! Идиот! Да пусть весь дом рухнет! Черт, ты воевать держи! Потому что пока он не рухнет, мы так и будем жить! Думаешь, без воды можно? Тетенька! А без света нельзя, да? Можно! К утру без света привыкнут! Тьфу я вас! И ни одна собака не пикнет! Включился электрик. Пошли собирать. Куда? Мы уезжаем. Через час в доме будет минусовая температура. Слушай, а что мне? Ваня-ка забросим. Вы не в курсе? Я без понятия. А сами поедем к Людмиле. Надо ей позвонить сразу. Петя, а как же папа? Ты мне про папу не напоминай. Ему лучше вообще не выходить из подвала. Идем, идем, Майя, идем! А как же остальные? Они подумают, что это временно, лягут спать и могут замерзнуть. Что? Ну, если они могут заснуть при минус 20, так все, им вообще ничего не страшно. Ничего, все. Они могут так и без крыши, без воды, вообще без всего прожить прекрасно. А я не могу так жить. И не собираюсь, и не хочу, и не буду больше. Все, конец, не хочу ни работать здесь, ни жить. Я больше бред этот не выношу, я вас ненавижу всех! Горите вы все огнем, все, всему есть предел! Значит, света не будет. Хорошо. Ну, вместе со мной бросает 3-4! Маша, 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 так и не будет. Открываться нельзя! Передайте всем соседям! Всем, кто меня не слышит! Плач, дома, воды, состояние! Находиться здесь нельзя! Выходите во двор! Не прислоняйтесь к перилам, они сломаны! Товарищи, спускайте все во двор! Ну, ты за кем-то была? Товарищи, стоять! Не волнуйтесь! Не волнуйтесь! Давай! Не волнуйтесь! Бабуль, мне только пару свечек! Анкурты! И как можно так издеваться над людьми? Что там случилось? Так говорят, бомбу в подвале нашли. Бомбу? Не разорвавшись. Врёшь. Смываться надо. Загибать так. Бомба, точно. Бомба. Факельное шествие начинается! Не пойду никуда, не пойду, не пойду! Отдайте от меня! Все отдайте! Я здесь буду! Я буду здесь! Спасибо, за что спасибо? Спасибо, не надо. Успокойся.
сад, что ли? Разводите огонь, кострижки иди! Двигайтесь! Bulardı. Yüzünü aldırın bari suğulun gatsa. Tigini tigini. Tartamda bir de düştün derin garaga. Это ж надо такое. Ни сказки искать, ни пирога писать. Их на мороз выгнали, они пляшут. Такой силы народ. Выпьем за этот народ. Спокойной ночи, Пыл. Спокойной ночи, дядя. А? Погнешь. Давай, Вадик, ложись. Ты знаешь, что у меня астма прошла? Потому что бегать перестали. А сейчас я вам такое зелье предложу. Зинуля, где у нас там обипиховые? А ты там где-то кашки поставил, посмотри. Да, да. Сейчас. А что это у тебя там, Пал Палыч? Обипиховые? Нет, вот там что. А, так. Да. Так, кое-какие стройматериалы-то интересны. Пока, покажи-ка, Пал. Да просто. Ну, Павел Павлович, ну что ты, боишься, что ли? Покажи. Фу, да что я боюсь? Я ничего не боюсь. Пожалуйста, я покажу. Ну, опля. О, да тут целый склад. Импортные смесители. Кафель. Ковролин. Просто сокровища Али-Бабы. Ух ты. Раз. Два. Три, четыре. Пал Павлович, скажи, а не много ли унитазов на одну задницу? Петя, Петя, иди сюда, выйди с нас, уйди! Эй, эй, парень! У меня тоже! Я хочу выпить за матеря, которые не бросают своих жуков! Нет, вы видели этого ребенка, а? Отсюда! Сюда! Слава, ты что? Дай свечу. Еще есть? Нет. Жаль. Славочка, пойдем во двор. Они все равно погибнут. Оставь их. Так где одеяло? Слава, ну я прошу тебя. Так, держи одеяло. Ну пойдем так, накрываем, со мной. Накрываем осторожно так. Ну, я... Вот этот угол, угол там брикни. Ага. Вот хорошо. Смотрите, смотрите, кошки уходят. Вот это да. Подумать, я должна, да? Сколько лет их травили, ничего, а тут сами вышли. Да, это совсем кранты нашему дому, а? Смотри, смотри. Как это будет? Какие люди! Привет, передовикам! Ну что, дед, как эксперимент идет? Что же ты, паразит, делаешь? Совсем заморозил! Ну что ему чурчи, он привык к холодам. Всю страну разворовали. Вот вы-то главное зло. Нет. Это вы главное зло. Вот из-за таких, как вы, вот-вот-вот. Все и разваливается. Нет, это из-за вас весь развал в доме. Да, да, из-за вас. Ведь без ваших подпорок, а? Наш дом давно рухнул бы. И все же давно сгнило. И только из-за вашего этого дурацкого героизма он и стоит. Потому что все латаете, все тащите на себе, как верблюд упрямый. Ну, посмотри, на кого ты похож. Ну, ничего же нет. Ты же больной, один нос. Ты сдохнешь, и никто спасибо не скажет. А начальство спокойно. На черных волках ездит, на таких дураков, как ты, надеются. Вот, Петр Николаевич, так что не я виновник, а вы главное зло. Да. Ладно, может, ты и прав.
Ну там парстер. Не глай, не глай. Не выпускай. Воду! Вода не идет! Да, конечно, не идет. Трубы-то замерзли, вот она не идет. Ну а что теперь делать? Что, думать надо было? Рационализатор. Дай ему назад! Он сумасшедший! Поймите же, сумасшедший! Интересное дело. Старик сумасшедший, а мы его инициативу единодушно поддерживаем. А? Да. В Австралии, между прочим, засуха. Живут же люди. Ой, смотрите-ка, цветы. Коня. Белогривого. У меня жена. Ох, ревнивая, у меня жена. Ты же не, не туда же ты. Ну, а я все говорил. Вот этот конец соедини. О! Красиво. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте! Как дела? Да как в гражданском. Великолепно! Вот, ну, костра. Мы только шагримся, как первобытные. С нами вы так пожили. Сотня юных бойцов, так сказать. Да. Сидим. Да. Дать людям все! Сейчас дадим. Сейчас. Сейчас. Ура! Все в порядке. Включение начали. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم